Друзья, добрый день, мы снова в эфире. Сегодня пасмурный день. Подготовили для нашего заказчика трактор в комплектации с базовой машиной «Беларусь-82.1». Одна из первых сборок на комплектации «Евро-2». Что у нас здесь входит в состав этого трактора, сейчас подробнее рассмотрим. Оборудование щеточное, производитель «Сальск-Сельмаш», Ростовская область. Щетка называется МК-4. У данной щетки колеса 4х8. Внешний вид этой щетки. Редуктор. Подключение через карданный вал. Вешается на трехточную навеску. Ничего сложного нет, все в стандарте. Рабочая ширина 1,80 м у щетки. Самая, наверное, бюджетная щетка на сегодняшний день из российских производителей. Все запчасти для данной щетки у нас сейчас на складе имеются, то есть полностью ремонт пригодно в случае каких-то поломок. Спереди у нас будет установлен уже, несколько обзоров делали, снегоуборочная машина Су-2.1ОМ, которая состоит из трех позиций. Это передний ВОМ, универсальная навеска НУ-2 и сам снегоуборщик. Сейчас в ближайшее время будем его навешивать на машину. Несмотря на летний период, заказчики продолжают заказывать технику для зимы. Вообще, если какие-то есть вопросы относительно технических характеристик техники, что бы вы хотели бы увидеть в сравнении, на что обратить внимание, пожалуйста, пишите в комментариях, будем предельно откровенны, вот, и постараемся сделать обзоры более интересными. Все, всем хорошего дня. Ждите новых обзоров на технику и навесное оборудование.